Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В Курске прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Курской области. В них приняли участие более 100 человек, 17 команд, в каждой из которых по 5 мужчин и 1 женщина. В общем, весь личный состав показал достойные результаты. Соревнования были проведены на высоком организационном уровне. Впереди у нас планируется выезд на чемпионат МЧС России в город Кострому. Соревнования прошли на территории спортивной базы в Макве. Мужчинам необходимо было пробежать 5 километров, а женщинам 3. Из спортсменов, показавших лучшее время, будет сформирована сборная команда, которая представит региональное ведомство на соревнованиях Центрального федерального округа. Участие принимаю второй год. В том году заняла почетное второе место. В этом году решила, что займу первое, и так и получилось. Пришла первая. Дистанция была достаточно сложной. В общем зачете пальму первенства завоевала команда 2-й пожарно-спасательной части. Серебро у спортсменов из специальной пожарно-спасательной части номер 3 по охране города Курчатова. На третьей ступени пьедестала 1-я специализированная пожарно-спасательная часть города Курска. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.